Важное событие для зрителей телеканала «Север» и моих коллег-телевизионщиков. Телеканал «Север» теперь в цифре. С 1 сентября мы выходим в эфир на федеральном канале «Общественное телевидение России» в рамках региональных фрезок по будням утром с 7 до 8 часов и вечером с 18 до 19. Далее все подробности. Студия, внимание! Работаем. Главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте. С 1 сентября телеканал «Север» будет выходить с региональными программами на общественном телевидении России. Навигацию легко запомнить. Девятая кнопка первого мультиплекса цифрового телевидения. Чуть больше года потребовалось Ненецкой телерадиовещательной компании, чтобы это событие для телезрителей Заполярья состоялось. Проект стартовал в августе прошлого года, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках федеральной целевой программы «Цифровое телевидение» предоставила возможность телерадиовещательным компаниям субъектов России, признанных обязательными общедоступными телеканалами для вещания на цифровом телевидении, выходить собственными программами на ОТР в формате региональных врезок в соответствии с лицензионным договором. Специалисты ОТР доставили необходимое оборудование в Ненецкий округ для передачи сигнала. Все это оборудование для всех регионов приобреталось за счет федеральных средств. Параллельно проводилась соответствующая работа, направленная на модернизацию аппаратно-студийного блока телерадиокомпании, поскольку устаревшее в моральном и техническом плане оборудование АСБ, которое было приобретено еще в 2008 году, не могло обеспечить вещание в новом современном цифровом формате и выполнить технические условия ОТР в соответствии с договором. Из окружного бюджета в начале 2020 года Ненецкой ТРК было выделено порядка 30 миллионов рублей на приобретение нового оборудования. Торги проводились управлением государственного заказа Ненецкого округа. Честно говоря, нам повезло. Мы успели заключить государственные контракты буквально за несколько дней до стремительного падения курса рубля. Тогда еще никто не предполагал, что жизнь в условиях пандемии так круто повернется. Мы просто сработали на опережение. Контракты на поставку оборудования были выполнены в срок. В июне 2020 года в период навигации груз был доставлен в Нарьинмар. В июле специалисты-инженеры телерадиокомпании собственными силами осуществили полномасштабную модернизацию АСБ. Наши инженеры действительно большие молодцы. Фронт работ у них был большой. Нужно было демонтировать старое оборудование, установить новое, провести тестирование, но они уложились в планируемые сроки. Благодаря модернизации программы телеканала «Север» теперь выходит в новом качественном цифровом формате. В этом убедился накануне важного для телерадиокомпании события и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа. Качество какое, да? Качество шикарное стало. Цифровым сигналом на сегодняшний день охвачено более 95% населения Ненецкого округа. То есть все жители округа будут видеть именно такую картинку? Да, именно вот такую качественную картинку. Итак, с 1 сентября региональный телеканал «Север» доступен зрителям Ненецкого округа на цифровом телевидении, с чем всех нас и поздравляем. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич и Леонид Шишилов, телеканал «Север».